Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моей мастерской висит на стене старая волшебная карта. Проходя через нее, я, старый боцман, и Витя со Светой, ученики Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом», оказываемся на берегу любого океана в любом времени, в любой эпохе. С нами вместе путешествуют кот мистер Томас и пес Фрам. И новое наше путешествие в давно ушедшие века по морям, омывающим берега Аравии, Персии, Индии. Мы встретились с самим Синдбадом-мореходом из сказок «Тысячи и одной ночи». Вместе с легендарным путешественником мы попали на остров, где Синдбад спрятал свои сокровища. Тут нас поджидала опасность – гигантская хищная птица Рух. Мы спрятались от нее в пещере в надежде выбраться с другой стороны скалы. И тогда даже не догадывались, что план спасения зреет и у наших зверей – мистера Томаса и Фрама. Вот он! Второй выход из пещеры. Ура! Пошли скорее! Осторожно! Птица наверняка поблизости. Стоит нам высунуться, она нападет. А что же делать? Давайте я разведаю. Это опасно, мой юный друг. Если появится птица, я сразу же назад. Смотри в оба! Ну, что там? Выбрался из пещеры, карабкается по склону. Ох! Витя споткнулся на камнях. Шум привлек птицу Рух. Почему он не бежит? О, нет! Прочь отсюда! Это Фрам! Ваш пес отвлекает птицу Рух от мальчика. Молодчина, Фрам! О, чудище старается его схватить. Ничего у нее не выйдет. Пес ловкий, он увернется. Она его зацепила. Ничего, пес в порядке. Он спрятался в расщелине скалы и дразнит птицу оттуда. Мяу, вот и гнездо. Полно сухих веток. Они легко загорятся. Так, как зажигается этот фаер? Проклятая птица вот-вот доберется до Фрама. Надо спешить. Ага, тут картинка. Надо дернуть за шнурок. Ну-ка. Мяу! Сработало! Есть огонь! Мяу! Мяу! Смотрите, что это? Клубы дыма? Похоже, горит гнездо этого чудовища. Птица улетает. Витя, скорее сюда. Надо помочь, я к нему. Я с вами, уважаемый боцман. И я. Как ты, разведчик? Ничего, только ногу подвернул. Надо вытащить Фрама, он, кажется, ранен. Фрам, милый, как ты себя чувствуешь? Надо перевязать ему рану. Ерунда. Просто царапина. Ой, дяденька боцман, наш Фрам заговорил. Ну и чудеса.
этот остров полон чудес. Я предупреждал, что мистер Томас и Фрам удивят вас. Смотрите, она улетает. В когтях у нее что-то белое. Она несет яйцо, спасает своего будущего птенца. Надеюсь, что она улетела навсегда. Мяу. А вот и мистер Томас. Мяу. Мистер Томас, где же вы пропадали? В первый раз меня спасают из беды звери. Клянусь черной каракатицей. Вот спасибо. Небольшое развлечение для мудрого кота. Вот только мы голодны, как звери. Скоро вернемся на яхту и накормим вас. Надо забрать из пещеры сокровища. Теперь нам никто не помешает. Что это? Кто-то идет нам навстречу. И этот кто-то не из приятных. Идите-ка поближе, Салажата. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.